Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение «Последний дракон» или «The Last Dragon». Собственно, мы находимся в... Я не помню, где мы находимся, я уже довольно давно не записывал. Я помню, что я хотел пойти в этот Акавирский храм, и возле храма, походу, кто-то бухал. Вооружимся, почему бы и нет? Так... Неупокоенный дух клинка. Что он тут делает? Он тут хавает. Вы посмотрите на это говно. Оно тут еще и жрет. Неупокоенный дух клинка. Да, по-прежнему с оружием. По-прежнему выглядит неплохо. Но нет. Вылечимся на всякий случай. То мало ли что я там мог подцепить. Это что, весь храм? Подождите-ка. Что-то я так зашел лихо. Что? То есть это действительно все? Это Акавирский храм, да? Почему? Почему Акавирский храм? Почему тут Талос? Почему что, блядь? Ну не все же кавиры были клинками. Что за нахуй? Все, я ухожу. Воу. Куда это меня заспавнило? Ладно. Пойдем дальше. Буду, наверное, идти. Там какой-то человек. Я маленьких котят люблю. Крысиным ядом их кормлю. Ох, какой доброжелательный человек нам попался. Я пока не хочу туда спускаться. Ну, высота мое преимущество, это определенно. Цицерон голодный. Цицерон? Хочет рулет или морковку. Цицерон, это ты, конечно, хорошо придумал, но ты ведь не он. Или он? Я ведь тебя убил. Я ведь тебя убил. А я убью себя. Как он любил загонять. Не-не-не. Чё там, чё там? Вот там тоже какой-то храм. Я-то что-то хочу. Но меня вот этот вот чувак интересует. Ладно, давайте хер с ним спустимся. Пообщаемся, может оно какое-то полезное. Ты знаешь, где находится пещера Тихий Шеот? Нет, Тихий Шепот. Почему Шеот? А ну да, Обливион. Пещера? Нет, но зато я знаю, где растут грибочки. Грибочки. Все оттуда родом. Говорила мама, не ходи по темным пещерам, а я... Словно мотылек полетел. Не дыши на микрофон, мотылек. Разноцветные грибочки, будь они прокляты. Они как конфетки, если есть много, испортятся зубы. Дед говорил, что драконы вымерли из-за этого. Жаль, что драконы не попробовали грибочки. Из-за кариеса, что ли? Вымерли раньше. Дела государственные не терпят отлагательств. К медведям! Короче, чувак включил Путина. Сдохни, мразь. Надеюсь, эта сука помрет так же. Так, ладно, пойдем к медведям, или куда бы это ни было. Вот там храм какой-то был. Да, вот там. Миша, Миша, ты чё? Чё ты дерзкий такой? Засни. Тут подъем есть, но мы давай пройдемся дальше. Какого черта? У вас тут так много. Это же не река. Или река. Ладно. Неважно. Что это за место? Бухта этих самых кораблей утопших. Пропавших кораблей. Как там оно было? Я не помню.
ёпта. Глубоковато. А мне что-то прям так неуютно, знаете, на глубине. Не знаю, может это какая-то фобия моя. Но мне что-то, знаете ли, страшненько так погружаться на глубину. В темноту, в неизведанное. Что-то прям вообще. А вдруг там меня Баланар поджидает? Ну его нахуй. А под водой я оружие использовать не могу. Не-не-не, определенно. Вот что это за хрень? Я уже обращал внимание на это, но это бесполезно, судя по всему. Тут таких косяков еще полным-полно. Но я не понимаю, я не вижу, куда тут можно еще пойти. Ну, тут еще разве что-то есть. Нет. Тут не подняться, не пройти, не это самое. Просто мне ребята ВКонтакте писали, что тут есть неочевидные места. То есть, ну, я, в принципе, подозревал, что мод, где нет целеуказателей, может быть вполне себе неочевидным, но я не знаю. Я не знаю, о чем они говорили на самом деле. И мне, кстати, никто так и не описал, как проходить эти квесты. А, не, вру, один описали мне. Там сказали прыгнуть в светящийся водопад, который я видел на медне. Ну ладно. Потом. Я думаю, туда мы еще вернемся. Собственно, храм, надеюсь, он открыт. Проход Южный ветер. Глупый смерть. За вами пришли. Оп. Оп. А что со сложностью? Подожди. Что-то он как-то быстро он упал. Тю! Это чё такое? Легенда, мать твою. А чё за адепт-то стоял? Почему оно упало? Непонятно. Наверное, просто из-за того, что я за другого персонажа заходил. Долина водопадов. Глупые смерти. Ебать. О, вот это уже более похоже на клинков. Эти тоже криком обладали. Забавно. Если судить только по истории, ну, то, что нам предоставлено... Нифига ж себе. Вот это я. Ну, понятно. Карты нет, но... Ну, блин, интересно. Кто-то там огненными стрелами балуется. Давайте-ка упокоим его. Кому-то скучно, видать. Судя по тому, что подает нам Скайрим, собственно, клинки и вот седобородые, мастера голоса, они были не в ладах. Но, видать, в минувшие времена, во времена Талоса, все было иначе. О, я даже по квесту по какому-то пришел. Япона мать! Спокойной ночи. Я сдаюсь! Конечно, ты сдаешься, ты уже умер. Оп. Я покажу тебе настоящее. Оп. Сука, попал таки. А ну сюда пощады! Подошел. Какой то нам пощады, ёпта. А ну сдохни нахер. Так, обыскать тело. Нужно убить предателя на южном берегу. То есть я неожиданно для нас, ваших друзей, нашел южный берег, да? Это он и есть, долина водопадов. Сука. Да, это... Согласен, это было не очень очевидно. Но я пришел сюда совершенно случайно, поэтому вот. Так, записи Старпома. Фамильный меч аж две штуки. Это что, про запас, что ли? Ну давай один возьмем. Вернуться к Леону. Аллилуйя, я какой-то квест выполнил. Я нашел меч. Он был у... Малаг... Что, блядь? А, это, наверное, это сирена главная. Нужно идти к храму. Хер поймешь, к какому. Непонятно. Но вот, по крайней мере, я убил бандитов на том берегу. Вот. Именно на том берегу. Угу. И что, и почему, и зачем они здесь были?
там какие-то записи Старпома, давайте их я вам полистаю. Так, все получилось именно так, как я и хотел. Теперь я новый капитан Золотого Якоря. Эти идиоты и вправду поверили мне, что Леон хочет их продать в рабство. Ох, как же легко ими манипулировать. Ну, манипулировать людьми. Теперь у меня все сокровища, которые мы добыли во всех рейдах. Ну, понятно, короче. Молодец, Старпом. Хорошая работа. Пираты. Ну что ж, ладно. Неважно. Меч холода. Чё? Вы чё, маги? Эксперта школы иллюзий. Охереть. Это разрушение. Не, восстановление. Офигеть. Эти псы были магами, оказывается. Но я так понял, что корабельное дело для вас это чё-то... Чё-то слишком, да? Без капитана вы даже не смогли нормально причалить. Давайте посмотрим, может. Может, они и смогли причалить. Да не, хер там. И тут Талос стоит. Да вы что, издеваетесь? Сколько вы этих статуй понасовали в моде? Эх, любители Талоса. Ну что, вроде все. Нам осталось теперь вернуться к Леону, но мы открыли новую локу. И это неплохо. Медведи. Сука, два штуки. Разработчики, ну почему? Зачем вы это делаете? Я не знаю, все, я молчу. У меня текстуры какие-то поломались, до этого все было нормально, а сейчас вот, ну, мод, что я могу сказать. Это с учетом того, что я ничего на свой Skyrim нового не ставил, кроме вот этого глобального мода. Ну, помимо того, проверенного, что у меня уже стояло. Так, это что? Это куда? Это в тот храм? С которого я пришел, верно? Давайте-ка осмотримся с высоты. В любом случае. Да, это тот храм. Это, по-моему, даже копия того самого храма Северного Ветра, или как он там? Не, Небесного храма Клинков. Это еще что за нахер? Что, колонна понравилась? Решили ее размножить? Блять. Да. Не, я, конечно, не очень люблю любительские моды. Я все-таки вот такие вещи должны создавать именно профессионалы. Это был какой-то необычный тролль. Изгои? Тут есть изгои? Это интересно, определенно. Я вот все веду к тому, что моды должны создавать люди, которые умеют это делать, то есть которые уже имеют определенный опыт. И в плане исправления багов тоже, потому что, ну вот, если люди берутся за первый проект, то у них все получается из рук вон плохо. Я знаю, что у команды разработчиков это не первый проект, но тем не менее, телепорт на остров Нирн попозже. Я еще эту локацию не исследовал. Собственно, это уже не первый проект, и тем не менее, вот такие вот баги, ну блин, нафига? Что за глупости? Вы что, не учитесь, что ли? Я не понимаю, ребят. Дикий тролль. Чё там? Воу. Дай-ка я на тебя посмотрю хоть. Они похожи на этих, на нарисованных троллей, как было в Обливионе. Там
тоже забавная тема. Они такие прикольные были, как в картине. Дикие болота. Ну го. Так. Еще одна новая локация, да? Понятно. Нихера не прорисовано. Давай-ка, песик, ты поспишь. Ага. Я на самом деле их не убиваю, я их усыпляю. У меня просто особенное такое движение мечом. Вот. Которое не убивает всех животных. Я на самом деле очень гуманный. Угу. Мишка, тебя тоже надо усыпить, ёпта. Вот и все. Инъекцию сделали. Угу. Так, я просто чувствую, что если я туда сигану, то сюда мне уже не подняться. Не, ну, команду консольную никто не отменял, я все понимаю, но тем не менее, хотелось бы осмотреть все более легальным способом. Так, опять же, святилище Талоса, это повернутые люди. Сразу понятно, сразу видно вот повернутых на этом людей. Сколько можно, блин? Непонятно. Так, опять же, вот, что это такое? Что это такое? Не важно. Ну, вроде не враги. Нужно что-то? М? Нужно что-то. Тебе от меня что-то нужно? То есть вы просто бестолковые неписи, да? Безымянные. К этому всему прочему. Да знаю я, что говорю, у меня сопротивление. Это все, то есть... Это все, ради чего я сюда и шел. Сука, я хотел перепрыгнуть. Ну, ладно. Пройдемся и так. Что за свет? Непонятно. Ну ладно. Хорошо. Оп. Я бы научил Мишек шпагоглотанию на самом деле. А то он так пасть открывает, а то ему так шпагу прямо в гланды. Нормальная ж тема. О, соловьи, ёпта. Серьезно, смотрите. Я походу храм нашел соловьев. Тот, о котором мне говорил тот охотник, помните? Я уже хер его знает, как его зовут там. Да-да-да. Ох ты, ёпта. Вы чё, серьезно что ли? А чё вас так много? Я вернусь. Не надо. Не возвращайся. Хватит! А, ты... У тебя есть имя? Но я ведь тоже соловей, пацаны. Ты посмотри. Какие-то они не особо активные на самом деле. Днищенские какие-то соловьи. Из призраков падают соловьиные клинки. Так, я думаю, тут надо ставить свет свечи. Чтобы все равно ни хрена не было видно, да? Но ничего страшного. Огненный шар, боевой топор. Так, клинков тут понавтыкали. Страж гробницы. Спокойной ночи. Страж гробницы.
что-то тут Nocturnal понапарковали. Ой, ладно, пойдем дальше. Иди в жопу со своими ловушками. Я вас услышал. Я услышал ваши желания. Идите ко мне. Я избавлю вас от мучений. Тебя настигнет смерть. Да не настигнет меня смерть, упокойся. Остальные двое где? Чё, поссались? Да не надо меня бояться. Да шо ж вы... Шо ж вы неровные-то такие? Просто ляжьте и умрите. Число. О, лучник. Меткий, сука. Оп. Ого, этот просто соловей страж. Этот без балды вообще. Это живой еще был. Был живой. Ну, не прокнуло. Ну, вы поняли. Че это такое, соловьиная дверь? Не особо. Не особо эта дверь. Угу. То есть у вас вместо кровати тут гробы. Ну логично, вы же призраки. Хотя зачем призракам гробы? Тут даже ведь тел нету. Ладно. Раз тут такое количество соловьев, значит, по идее, этот храм не оставила Nocturnal. То есть тут есть что охранять, по идее. Там есть какие-то проходы, давайте-ка вот пошаримся. Потому что, ну блин, что, он мне просто так выдал этот ключ? Тем более, квестовая же тема, вроде бы. О, я в храме. Ну, охеренно. Я в храме, ну, мама, я в телевизоре. Вот, ну все. Почему столько бесполезняка? Тут некуда идти. Вот здесь вот, сука, дверь. Это дверь, определенно. Клинка Bloodskull у меня нет. У меня есть соловьины, конечно. Я сомневаюсь, что это так работает. А нет, нет у меня соловьиного. Это не тот персонаж. Да не сработает это. Кому я вот это вот распинаюсь? Куда идти? Япона, мать. Сундук смотрел? Смотри. Огненный шар. И не более того. Давайте обойдем по периметру. Это куда? Вот тут я не бывал. А сюда мне и не надо, собственно. Тут хода дальше и нет. Черт. Ну ладно, ребят, я согласен, что это не очевидно, но... Ну не все, по крайней мере, очевидно. Может, я просто слеп? Но нет же. Ну нет же, я пытаюсь обращать внимание на различные детали. Тут, во-первых, темно, сука, как в жопе. Во-вторых, я, скорее всего, слишком... придирчив к этому моду. Потому
потому что, ну, во-первых, про него много написано хорошего. В плане того, что это большой квест, ну, то есть с интересными локациями. Да, блин, я согласен, это большой квест с интересными локациями. Но квеста-то тут, сука, нет. Ты просто идешь неизвестно куда. Ладно. Я не знаю, как это открыть. Я честно не знаю, как это открыть. Поэтому я сделаю вот так. Просто посмотрю. Это дверь, это определенно дверь. Это определенно дверь. Ладно, в жопу это говно. Резная табличка. Слава тебе, о город Брунар. Да будут эти стены стоять на века, да да ослепнет враг от твоего величия, да содрогнется любой, узрев тебя. Окей. Я не буду материться. Ну. Финальная версия мода, говорили они. Да, твою мать. Даже двери не прописали, куда ведут. И я так понял, сюда и нельзя попасть. То есть эти двери, они не открываются. То есть вообще никоим образом. Ладно, хорошо, допустим, забыли. То есть, ключ мне бы сюда был выдан, но куда тут идти? То есть, вот, я специально сейчас обойду все места, вот, тут написано вроде, нарисовано на карте, что есть какой-то проход. На самом деле, тут прохода нет, но тем не менее, я все-таки карту открою полностью, а то вдруг я действительно ослеп и не вижу чего-то крайне-крайне очевидного. Но нет же, нет же. Собственно, этот зал, он тупиковый. Там даже не прописано, куда можно пойти далее. Дверь есть? Табличка резная, пафосная есть? А куда идти нет. Бред? Бред. Спасибо, что выслушали. Вы такая вот благодарная у меня публика, на самом деле. Я очень рад за вас. Вы всегда меня слушаете и никогда не перебиваете. С ума сошел. Я сошла с ума. Ну ладно. Не страшно. Немножко безумие полезно всем. Твою мать. Это действительно это тупик. Чё это, куда это я попал? А, ясно. Так, ладно, давайте выходить отсюда, посмотрим там что еще. Надо идти в сторону куда-то этих гробов, да? Да, вот сюда. Ну чё, стану я, пожалуй, на ноги. Обязательно. Вот проставляли этих статуй абсолютно обезвкусится на самом деле. Вот зачем? Все, я молчу. Это не просто второсортный мод, потому что я уже вижу. Это просто шлак. Потому что я уже увидел, это шлак. Пойдем дальше.
Так. А, ну да. Чё это я хернёй занимаюсь? Какие ж тут указатели? Какая ж тут карта? Так, это, я так понял, тупик. Собственно, это ответвление, оно специально под храм. Остров Сирен, а не, остров Нирн. Так. Ну, я тут не был, поэтому давай. Куда это я пришел? Дикие болота. Угу, угу, угу. Хорошо. Нам нужно возвращаться в пиратскую бухту, добазариться там с Леоном по поводу его фамильного меча, сдавать этот замечательный, без сомнения, квест. И вот это вот, блять, наследие предков. Я в храме. Заебись! Все, блин, это просто победа. Я не знаю, что еще можно делать, честно, но это ж. Это ж не. Не это не. Это уровень ранней альфы. Да иди ты нахер. Это, ну, это никак не финальная версия. Ну должно же все работать. Ну что за херня? Я помню, что у этого мода, как писали разработчики, в своей официальной группе несколько стадий, то есть несколько глав, chapters. Вот, там есть и большие города, и, ну, блин, и интересные квесты, ну, насколько я там успел почитать, что посмотреть. Что ты забыл в этой дыре? Что я забыл в этой дыре? Вот это вот главный вопрос. Именно так я и назову серию. Что я забыл в этой дыре? Что тебе нужно, имперец? Блин... Где, сука, порт? Я хочу убраться отсюда. Я хочу отсюда убраться, сдать квест и идти туда с надеждой, с большой надеждой, что, сука, там мне дадут продолжение. Потому что, ну, если я сдам этот квест и мне не дадут следующего, то есть, ну, хотя бы наводку, куда можно было бы пойти... Я не знаю, ребят. Я не знаю, что я буду делать, потому что... Ну, вот, собственно, наверняка вы мне писали именно вот про вот этот... Пардон, не помню имени. Прости меня, пожалуйста. Но... Вот это, по-моему. Да, точно. Он там что-то писал про Южный берег, что надо сигануть в фонтан. Не фонтан, а водопад светящийся. Но я так понял, я туда пришел более мирным путем, да? Но, тем не менее, это ведь... А, да, вот это вот тоже меня просто приободряет. Дверь с загрузочным экраном. Быстрый загрузочный экран, как будто тут, блядь, отдельная локация, вот честно. Которую я могу... И эта дверь, вот, она абсолютно бестолковая. Я не знаю, зачем тут этот загрузочный экран. Я, по-моему, уже возмущался по этому поводу. Ну, ладно. Это не важно. Надеюсь, ты можешь постоять за себя. Привет, Лук. А что рассказывать? Тут сыро, грязно. Сидишь и охраняешь тупых рабочих. Хоть бы стая волков напала. Так там есть стая волков, ты иди погуляй. Он мне ничего не сказал. Абсолютно. Ну да хер с ним. Ты не из пиратской бухты? Я, да. Лишние руки нам не помешают. Я, да, я из пиратской. Но нет, я не буду на вас работать. Вы нищеброды. А, да, невидимая стена. Чё за глупости такие? Делаю. Хоть бы труп убрали, но ёпта.
поднять. Что-то я не могу его поднять. Why? Не знаю, веса предостаточно. Отправляемся. Верни меня. Ну, он здоровый. Он здоровый. Да, ебать. Отвези меня обратно. Конечно. 20 септимов. Да хоть 35, держи. Отлично. Великолепно. Так, мы прибыли обратно на пиратскую бухту. Угу, FPS упал до 20, спасибо. Отличная погода. Мы прибыли. Да, наслаждайся атмосферой. Блять, я запомню эту фразу. Это ты мне типа дал ключ в Скайрим, я так понял. Спасибо тебе, чувак. Век тебя не забуду, что я могу выбраться из этого ада. Но у меня, в принципе, выставлен макрос на телепорт. Да я и консолью могу перемещаться. Ну ладно. Я хочу заглянуть еще к этому человеку, капитану Мерсеру. Пообщаться с ним. Черный рынок у меня недоступен, но мне там писали, что ничего прям такого важного я не упустил. Просто ой, немножко баблишка можно было поднять. Понятно. Спасибо. Спасибо за помощь, добрый капитан. Угу. Ничего вообще мне не сказал. Куда дальше-то я собирался? Плавучую таверну. Плавучая таверна у нас вот там. Нет. Пешком пойду. Эти текстуры не прощают ошибок. Это что такое? Алкоголик. А, ну что, алкоголик сразу? Чё я так жесток сразу к людям? Это всего лишь моряк. Всего лишь моряк. Красные огни горят. Классно. Прелесть. Может пойти какую-нибудь шлюшку себе снять? Расслабиться. Ну, хотя бы в игре. Расслаблюсь. С легкодоступными девушками. Чувствую, моя меня прикондошит за эти слова, но ладно. Пойдем. Сюда бы музыку из «Пиратов Карибского моря». Вот, было бы круто, на самом деле. Про Грегора я у тебя спрашивал. Вот твой меч. Крушение. Корабль. Эти дерьмоеды все-таки получили по заслугам. Вот я говорил, никогда что они не дебилы. Предавай капитана, парень. Это тебе говорю я. Спасибо. Держи. Ты не только вернул меч, но и вернул веру в людей. А теперь мне надо подрыхнуть. Согласен. Выполнено. Предатель должен умереть. Поздравляю, один из квестов я выполнил. Все. Осталось два. Я не знаю, какой из них главный. Нужно найти всех людей Дэймона. Малогрунду, да-да-да. Это та мразь. Я убил дезертира. Вот оно. Я встретил странных людей и отпустил их. Почему-то не нарисовалось. Это тех двух моряков, которые там... Это самое... Как оно называется там? Безбилетчиками, короче, путешествовали. Их за крыс приняли. Вот... Я в храме. Ну, заебись. Я рад за тебя. Угу. Короче, вот как-то так. Дэймон. Вы только посмотрите. Убийца сирен собственной персоной. Убийца сирен собственной персоной. Ты мне больше ничего не скажешь? Скоро я отправлюсь в странствие с новой командой. И все благодаря тебе, друг. Ну, ладно, рад за тебя. Предскажешь? Давай посмотрим. Давай. О, в
тебе я чувствую силу старшей крови. Это я и без тебя знаю. Очень могущественную, но в то же время неудержимую. И еще я вижу, что судьба твоя будет пересекаться с судьбами многих людей, чей исход будет зависеть от тебя. Поразительно. Такого я еще не видел. Это все? То есть это ты, блядь, это ты прорицатель? Я же тебя спросил, на будущее, типа там... Все, ладно, я молчу, я просто... Трактирщик. А, тебе что-то нужно? Хм. Микки? Хм? Чего ты хочешь? А чё ты таким взрослым голосом-то разговариваешь? Да. Что скажешь о бухте, да? Перри, послушай. Если хочешь поискать себе друзей, подойди вон к тому пьянице. А со мной лучше тебе не связываться. А что, если у нас одна мать? Даже так. Тогда благодари Ситиса, что меня удерживают 5 догматов. А теперь уходи. Нужно что-то? Что значит ложь? Подожди. Это что ты чешешь тут такое? Вот оно, темное братство вечно. Я вообще-то... Я теперь слышащий, глава темного братства Скорим. Мой долг внимать словам нашей нечестивой матери, матери ночи, исполнять ее волю. Ебаный в рот, почему что ложь-то? Что тебе нужно, имперец? Жизнь полна секунд. От жилища моего товара. А, это ты? Да. Лея, опять тебе же. Тебе от меня что-то нужно? Дэймон, Леон. Что? Что расскажешь? Ясно, понятно, ты у нас не разговорчивый парень, ты у нас он просто губами умеешь шевелить. Зубами так, а-та-та-та-та-та-та. Нужно и что-то? Вы только посмотрите. Трактирщик. Убийца сирен собственной персоной. Конечно, лучшие или самые разные товары со всех уголков Тамриэля. Ой. Что-то, блин, интересные вещи продаешь. Заклинание всех школ расходует меньше магии. Уникальное зачарование, между прочим, такого нет в Скайриме, я уверен. Так, исцеление болезни возьмем одно. Имперский боевой рог. Клинок сломанного железного меча. Кодекс Малаката, эта книжка мне знакома. Кольцо святости брака, что, свою обручалку продаешь? Восстановление это обычное, кровавые тряпки, пила, покорение, противоядие, ну не нужно, само пройдет. Кузница от ранахов, двигайтесь бесшумно, запас сил восстанавливается. Сапоги хищника. Вот это можно было бы зачарование снять с моих, короче, и запас, на запас сил на реген поставить, давайте возьмем их. Соловьи правда или вымысел, теневая яма, яйцо коруса. Подожди, у тебя что, бухла нету? Ты ж трактирщик, ёпта. Доброго пути. Боже мой, я вы пришел в трактир, посмотрите. И он бухла не продает. Убийца сирен собственной персоной. Наркоман проклятый. Так, все, я решил напиться по этому поводу и желаю вам того же, собственно. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. И пейте эль, грейтесь этими проклятыми зимними вечерами. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Всем спасибо еще раз. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Я вас всех очень люблю и очень уважаю. Всех жду в комментариях на моей личной странице ВКонтакте. Всем пока. Вопрос о прохождении дальнейших квестов и, собственно, этого мода остается открытым. Всем спасибо, всем пока, до новых видео!